Девочка, сегодня мы собрались всей своей командой, любимой, для того, чтобы тебя поздравить с твоим днем рождения. Спасибо. Мы тебе желаем всегда быть вместе с нами, всегда быть такой же активной, такой же красивой и такой же любимой нами. Спасибо. Поздравляем тебя. У тебя очень хороший счет. 7-0 наш. Зачем сказала? Как говорится, в нашем полку прибыла. Спасибо. Еще пока снимают, я тоже скажу. Дорогая Ева, а где мне взять такое слово, чтобы день рождения пожелать? Желаем быть всегда здоровой и никогда не унывать. Чтоб горе в душу не закралось и никогда не быть в беде. И чтоб кукушка догадалась 100 лет прокуковать тебе. А, как это будет у тебя на память снято? Можно я сниму еще? Пожалуйста. Да, внимание, внимание, с цветами и... Хорошо, вот так, вот. Все-все-все есть. Красота. Уже спойлер. Надо чуть-чуть подальше. Я взгляду не застала. Все нормально. Да, вот. Ты наша пластинка не попала. Надо издалека. Давай еще дальше. Так, ну, теперь прошу за стол. Наша вот спаянная команда. Рижская VIP-команда, что от нас никто не ожидал, что мы получим такие джитайные успехи. Никто. Все, в принципе, относились к нам как к бросовому материалу. И для них был... Мы-то знали, что мы отличная команда. Позитив, а для позитив, них позитив. Это был шок. И поэтому то, что добились мы, работая совместно, коллективно в компании G-Time, своим дружным, сплоченным коллективом, не добился никто. Это я могу сказать. И несмотря на те скептические всякие реплики в наш адрес, мы идем к своей цели, которую мы себе наметили. И идем мы семимильными шагами. И почему мы добились этого, я скажу. А добились мы потому, что мы все вместе. Поодиночке мы бы ничего не смогли сделать. Поодиночке бы мы разлетелись, как кегли или шары бильярдные. А все вместе мы смогли сделать то, что нам, может быть, не удавалось в предыдущих наших наработках. Поэтому я хочу сказать вам всем, мои дорогие, с одной стороны, коллеги, с другой стороны, мои дорогие подруги и мои любимые где-то даже по большому счету, вот, что я очень рада, что я нахожусь вместе с вами, и что вместе с вами, я думаю, что будем находиться в долгие-долгие десятилетия. Поэтому то, что мы сделали, ну сейчас мы не будем говорить о том, как и что и дальше, потому что сегодня у нас праздник. Первый праздник – это наша девочка. А второй праздник – это Благовещение. Сами понимаете, какое красивое время мы рождаемся все. И поэтому у нас сегодня праздник. И праздник этот мы сами себе устроили. Потому что если бы мы были, опять же, поодиночке, то и праздника бы никакого не было. Сидели бы где-нибудь, каждый на своем хуторе, как я. Девочке сказать огромное спасибо. Она предоставила нам это... возможность эту встретиться с нами, да, нам, но еще не вечер, и мы обязательно будем встречаться, будет определенное место, где мы будем встречаться, проводить наши презентации, встречи, да, праздники, и поэтому у нас все впереди. Я думаю, что мы это заработаем, правильно? Все. А я надеюсь, что эти праздники все перейдут даже в семейные праздники. Обязательно, да. Обязательно, да. Обязательно. Уже мы не будем как бы поодиночке, да. А будем уже с семьями. Все правильно. Я тоже хочу добавить немножечко. Мне тоже очень приятно, что у меня появились такие партнеры по команде, которые работают сплоченно, которые помогают друг другу, выручают в любой ситуации. И это дает результаты свои. Здесь у нас еще не полная команда.
Наши да. еще есть, которые не смогли сегодня приехать. Но все мы трудимся на одну поставленную перед всеми цель. Это добиться успеха в нашей команде G-Time. Только так. Продукция, которую мы получили сегодня, да. можем показать. Это наш результат нашей работы. Первые. И мы уже можем даже поделиться своими успехами и наработками. Да. И можем поделиться еще и результатами той продукции, которую мы получили. Выглядим хорошо. Прошли да. какие-то еще это, наши какие-то недостатки во внешности. И очень приятная продукция пользуется успехом не только в нашем городе, но и за пределами нашего города. Поэтому будем сейчас покажем мы вам свою результат своей работы. Небольшенький. За что нам компания G-Time вот представила на сегодняшний день. Это крема увлажняющие и омолаживающие, и мыло, которое изготовлено на основе воды, настоянной на шунгите. И крема тоже сделана на продукции, вода, которая настояна на шунгите, которая дает очень хорошие результаты. И по нашему внешнему виду мы уже пользуемся этой продукцией. Мы уже чувствуем на себе результаты действия этой продукции. Так что, вот, пожалуйста, посмотрите, какая у нас выставка. Красота. Мыло тоже ручная работа. Мыло ручной работы. Она действует на благоприятно на кожу, дезинфицирует ее, и мы еще узнаем очень много-много качеств, которыми обладают эти продукты. Нужно только еще глубже вникнуть в это и познакомиться, и увидеть на себе, почувствовать эту продукцию и рассказать об этом другим людям, которые тоже могут приобретать эту продукцию, вступив в компанию G-Time партнером и зарабатывая себе вот такую хорошую продукцию. Спасибо огромное G-Time. Спасибо компании, которая позаботилась о нас и дала возможность нам вступить в эту компанию, которая дает подарки хорошие и которая предоставляет возможность заработать в этой компании. И можно попутешествовать в этой компании, и приобрести автомобиль, и планируется приобрести жилье. Все это еще впереди, но для этого надо трудиться. Естественно. Благодаря компании G-Time мы можем тебе даже сделать подарок такой, именно от нас. Продукция компании G-Time – крем для лица омолаживающий. Будешь выглядеть хорошо, потому что здесь очень много всяких компонентов, которые влияют на кожу лица, омолаживают ее, разглаживают морщины, не дают, осветляет и прочие свойства. Ну, это все благодаря той технологии, которую разработали на этом заводе, который изготавливает эти крема. И, пожалуйста, продукцией ты пользуйся и результаты доложишь. А это мыло, оно тоже ручной работы, тоже изготовлено на основе воды, настоянной на шунгите, дезинфицирующее ручной работы. Да. И оно тоже даст свои результаты. Доложишь. Спасибо большое.